спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарской области также солнечно, жарко и без осадков. Дневная температура 27-29, ночью плюс 17-19 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, южный. Скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 18, юго-восточный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, плюс 27 градусов, в дневное время ночью плюс 17. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.